Для граждан Республики Молдова, которые в новом году собираются посетить Российскую Федерацию, важно знать, чего ожидать от поездки, чтобы не попасть в просак. Изучим подробности, на каких основаниях и по каким правилам разрешен въезд для граждан Молдовы в Россию в 2020 году. Правила въезда в РФ и необходимые документы для граждан Молдовы. Граждане Республики Молдова, РМ, при пересечении пограничного пункта пропуска Российской Федерации должны запомнить несложные правила – с собой должен быть заграничный паспорт именно. На таких условиях разрешает Молдавия въезд в Россию с 2021 года. Для молдаван, не достигших 16 и в сопровождении родителей или законных представителей, должно быть в наличии свидетельство о рождении. Необходимо заполнить миграционную карту, проставляя правдивую цель поездки. К примеру, подчеркивая иное поле, а не работа, следует понимать, что тогда трудоустройство в РФ будет просто невозможно. Если вдруг случится такое, что миграционная карта для молдаван будет утеряна, нужно сразу же крайний срок, три дня, заявить в орган миграции ГУВМ МВД РФ, где будет выдан дубликат документа. Услуга бесплатна, получение новой карточки возможно на основании предъявленного проездного документа и молдавского паспорта. Требуется четкое понимание целей, с которой будут находиться граждане Молдовы в России. Если это туризм или посещение родных, друзей, виза для граждан Молдовы не требуется. Другим будет ответ на вопрос, нужна ли виза гражданам Молдовы в Россию, в том случае, если человек едет официально работать. В этом случае молдавану нужно получить не только приглашение от работодателя, но и специальное разрешение на въезд. Также понадобится рабочая виза. Несколько отличаются правила въезда в Молдову для россиян, но есть и общие моменты. Въезд по загранпаспорту, не по гражданскому. Визу делать необходимости нет, разрешено оставаться 90 дней. Еще раз акцентируем внимание, что ответ на вопрос, можно ли в Молдавию по российскому паспорту, отрицательный нет, только по заграничному. Получение миграционной карты гражданином Молдовы. Миграционная карта выдается в тот момент, когда осуществляется въезд граждан Молдовы в Россию, на пропускном пункте. Процедура всегда бесплатна. Если гражданин Молдовы въезжает на автобусе или поезде, карту будет заполнять водитель или проводник, в иных ситуациях это делает лично приезжий. Одна часть карты мигранта после заполнения останется у пограничника, другая должна храниться у заполнившего ее лица все время, пока осуществляется пребывание граждан Молдовы в России. Отрывной бланк нужно будет отдать на пропускном пункте при выезде из страны. После въезда в РФ регистрация граждан Молдовы в России по месту фактического пребывания обязательно. Иными словами, приезжий обязан зарегистрироваться по месту, где он будет реально жить в России. На это ему дается по закону не более одной недели. При поселении в гостинице и того меньше всего один день. Порядок заполнения миграционной карты. Приезжий заполняет обе части миграционной карты, а въезд и б выезд. Пишет от руки и русскими буквами. Тем, кто не владеет русским, разрешается заполнять данные латинскими литерами. На ребенка карточку заполняет один из родителей. Иностранный приезжий указывает в карте свои ФИО строго в соответствии с паспортными, дату рождения, пол ставится крестик Х, Гражданство, данные документа, который удостоверяет личность, номер визы, если она есть, сведения о приглашающей стороне, также, если имеется, цель визита, выбрать нужный вариант из списка: служебный туризм, коммерческий, учеба, работа частный, транзит и подчеркнуть подпись. Не допускается делать ошибки при заполнении миграционной карты. При выявлении опечаток, указания ложной цели или неправильных сроков поездки будет наложен админ. Штраф, изъяты все документы, оформленные на основании миграционной карты, например, патент, а временная регистрация для граждан Молдовы будет признана недействительной. Срок пребывания в России и работа для граждан Молдовы. Часто интересуются въехавшие на территорию Федерации граждане Молдавии пребывание в России имеет какие-либо временные ограничения. И если да, то сколько можно здесь оставаться, не нарушая? Законы РФ те, кто стал на миграционный учет, имеют право на срок пребывания граждан Молдовы в России 3 месяца или 90 суток. Продлить этот период можно, если приезжим будет заключен трудовой контракт и оформлен патент на работу. При этом временная регистрация в Москве для граждан Молдовы для работы будет выдана на такой срок, сколько квитанции НДФЛ оплачены мигрантам, но не более чем на первый год. Для продления периода нахождения за границей в ФМС России для граждан Молдовы подаются документы, заявка на продление, копия трудового соглашения, молдаванский паспорт, патент, миграционная. Карта, квитанция о том, что оплачена госпошлина. Если правила пребывания граждан Молдовы в России будут нарушены, может быть назначен штраф от 2 до 5 тысяч рублей, либо наказание, выдворение села территории страны и или запрет на въезд до 5 лет. Для работы в России граждане Молдовы должны оформлять патент на работу, срок 1 месяц с момента въезда в РФ. Также требуется сдавать экзамен на владение русским языком. Если хочется остаться в РФ на больший срок, необходимо оформлять РВП, на основании которого можно свободно жить и пользоваться всеми правами российских граждан в течение трех лет. После этого срока появляется возможность получить ВНЖ, а затем и гражданство. Для упрощенного получения разрешения на временное проживание нужно постараться попасть под государственную квоту, количество которых определяется каждый год правительством России. Каким оно будет в 2020 пока неизвестно, и все, что остается, это ждать новостей. Таким образом, в 2020 году правила въезда, регистрации и нахождения на территории РФ для граждан Молдовы пока остаются прежними. Будет ли новая амнистия для молдаван, как это уже было в 2021 и 2021 годах, также на данный момент неизвестно. Поэтому рисковать и нарушать сроки, данные на пребывание, лучше не стоит, официальное трудоустройство всегда лучше штрафов или наказаний. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион». Бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!